Мы с вами, друзья, в Санта-Крус. Буквально минут, на, может, 7-8 от океана. Но так туда, в сторону холмов, гор. Вот вы видите местность, которая здесь. И вот перед вами такой слегка зеленоватый, даже, как сказать, салатовый такой домик. Вот мы туда идем. Вы видите местную специфику. Очень близко строения друг от друга находятся. Смотрите, видите, вот, собственно, забор такой, как бы, да, получается. Вот он. Вот можно руку протянуть. Так, 3 фута примерно, метр. Метр до стенки боковой. Это шикарная такая investment property. У нее 3 уровня. Вот мы стоим на уровне, где мы зашли. И такой open space большой. Бассейн, вы видите, наверху бедрумы, а внизу 2 студии. Такое очень симпатичное здесь, очень мило. Очень мило. Вообще тут, видите, впритык буквально, как чужая постройка. А вот основной этаж. Мы сюда зашли. Вот эта кухонька. Здесь совершенно очаровательный такой open space. Вон там дверь входная, вы видите. Вот, собственно, весь этаж. Так, Свет, ты знаешь что? Мне в целом тут очень нравится. Ты знаешь? Мы с вами на втором этаже, друзья. Вот тут такой балкончик деревянный, очаровательный. Это действительно замечательный такой рентал. Он сдается, этот дом. Ну, можно целиком сдавать. Можно сдавать по частям. Тут внизу 2 студии, мы там еще не были. Но вот говорят, что от 5 до 6 тысяч на сдается этот домик. Хотят они за него чуть меньше, чем 1 300 000. Тут очень приятно, очень мило. Скайлайт, видите, туда. В небеса уходит. Так, вот так. Сидишь в ванной, так? И вот смотришь туда. И вид из окна замечательный. Свет, правда? Тут приятно очень. Мне надо еще 2 спальни. А мы сейчас посмотрим. Подожди, то, что мы сейчас видим, это мастер-бедрум. Это довольно-таки новый дом, так судя по... Это мастер-бедрум. Подожди. Здесь у нас... Это walk-in-closet. Света, тут можно положить роту солдат. А у них это walk-in-closet. Вы понимаете, друзья, что творится? Слушай, здесь очень мило. Очень мило, да. Угу. Очень мило. Идем дальше. Так хоть понятно, за что деньги платишь, Света? Так... Ну, да, тут вот, что? Тут такой, тут вообще не поймешь. А, это для стиралки-сушилки. Да. Как-то, видимо, они вертикально. Это стакабл, ага. Они должны стоять вертикально друг на друге. Я понял. И вот оттуда мы пришли. Угу. Снова вот входной двери. Теперь же идем сюда. Значит. Ага. Окей. I like the floor. Пол симпатичный, очень симпатичный. Соседи. Everything's out. They're gonna. There's one more coat to put on. Прикольно. They wanted to wait till all the furniture is out. Diana, yes. I just had a quick question. Okay. Миленько. Значит, так. Это еще один bedroom. Дом вообще 54-го года. Но они делали ремодеринг 10 лет назад. Yeah. Это еще один. Теперь мы идем вниз. Я специально взял гуашь. Участок 6 соток. Вот. Внизу 2 студии. Нас попросили их не снимать. Потому что они, видимо, не вполне такие документированные. Это часто бывает. Люди что-нибудь строят без пермита. Вот так это все выглядит изнутри. Вот у меня за спиной осталась дверка, калитка. Давайте я вам покажу. Вот у меня осталась калитка. Через эту калитку люди, жильцы, проходят в студию. И посмотрите, какой вид обалденный. Так, прямо Ницца. Ну что, дом переделанный. Так, он вообще-то оригинально довольно старенький, построенный в 50-е годы. Да. Но он переделан, он сказал, 2004 год. То есть тоже прошло уже там 12 да. лет. А хорошо переделали, сделали много rental space. Тут отдельно 2 студии, которые мы не снимали, в дополнение к этому общему дому. Ну, хорошее место. Мило, я вот пытаюсь тебя показать на фоне вот того, что вокруг происходит. Да, он милый. Очень я думаю, что он действительно сдается за эти деньги. За 5-6 тысяч. Вот, да, ну, ладно.
дальше вот там дом возле нас стоил те же 1 200 000. Там вообще ничего нету. 3 спальни, 2 туалета, да. И все. И он близко к университету. А здесь, да, да. Я думаю, что он сдается. Все замечательный дом, хорошо, они делали все. Ладно. Во всяком случае, не безумно прорубили где-то скайлайт, чтобы его не использовать. Очень, ну да, да. Нет, вполне рационально организованное пространство. Да, мне, да, очень понравилось на этаже, где ты входишь, вот этот громадный open space, он очаровательный. Open space и красивый этот пул. Конечно, когда люди живут, они никогда не включают такой красивый водопад. А ты хочешь сказать, что там бассейн прямо? Это бассейн? Это бассейн. Я, да, думал, так для красоты. Нет, 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 это бассейн, который сейчас уже запрещены, уже у нас в связи с тем, что новые не строят. Воды, да, новые нельзя строить. Но старые уже есть, и есть, конечно, это головная боль, туда его летом наполнять, а зимой спускать, если дожди идут. Но и такой красивый водопад люди сами себе не будут включать. То есть, да, в обычное время он гораздо скромнее смотрится. Но тем не менее, дом чего же, очень приятно. С хорошим видом, а тут даже в ясную погоду океан виден, с, да, из балкона и из мастер-спальни. И это окно, которое сюда вперед выходит, тоже вот эта старая береза, она создает замечательную такую вот очень красивую правесе, да, и очень деревья. Ну что же, похожи, спасибо, да, нашим зрителям, которые смотрели этот дом. Я надеюсь, уже не будут говорить, что цена ему там 50-60 тысяч день в Тюмени. Вот, но, в общем, ну, да, здесь, близко, здесь ему 1 300 000. Ну, конечно, пешком не пройдешь, но, в принципе, это очень близко. А пешком минут 20-30, наверное? Ну, нет, ну, все-таки проехать надо, но, да, дом, ничего, вполне нормальный дом. Вполне отлично, близко. Отлично. Uh-huh.